После свадьбы принцесса Елена и рыцарь Артур, как и положено, собрались в свадебное путешествие. Труднее всего было выбрать шляпку, ведь солнце в тропиках светит практически перпендикулярно. Путь на лазурный архипелаг был долог, но прекрасен. Пилот рассказал, что в здешних землях живет волшебник, очень злой и одинокий, который питается только кокосами, а ночью спит на деревьях, привязывая свою бороду на сук. Тот, кто умеет совершать подвиги, умеет и отдыхать. Море было голубым, ананасы сочными, чайки вопили, как угорелые. И, конечно, ничто не предвещало неприятностей. Как вдруг утром Артур, бегая вдоль прибоя трусцой, обнаружил сломанный воздушный шар. Он лежал на берегу, весь в дырках, и пилот бесследно исчез. Кто же их теперь повезет домой? Туземцы согласились дать молодоженам свою последнюю ладью, но взамен просят навести порядок на архипелаге. Что ж, домой плыть на чем-то надо. Поможем островитянам. Начали! Не хватает дров. Не хватает дров. Вы рекордсмен. Вперед! Не хватает дров. Не хватает еды. Вы улучшили свой замок. Время.
Время пошло! Не хватает дров. Не хватает дров. Не хватает дров. Не хватает дров. Вы улучшили свой замок. Время пошло. Не хватает дров. 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 Не хватает еды. Не хватает еды.
хватает еды. Вы улучшили свой замок.